Потсигар серебряный, иностранный, 1923 года. Стиль у него такой арт-деко. Как вы видите, гравировка. Здесь он линейный, удобно. Да, вот такие полосочки проходят, гравировочка бывшего явно хозяина. Раньше так делали, специально места оставляли на любых предметах. Если будет смотреть, увидеть у меня, то многие пользовались гравировкой. То есть наносили личную красивую такую гравировочку. Ну, здесь вот удобно, видите, он выпуклый, здесь он, наоборот, удобно его в руке держать. Но он небольшой, как вы видите. Вес у него 67 грамм. Или 68. Замок все работает, даже тут резиночки есть. Вот тут, естественно, клейма. Клейма вот. И вот. Замок все работает. Вот он. Вот так закрывается. И все. Небольшой. Ну, я не знаю, сейчас таких папиросочек, сигареток нет. Это раньше такие были. Видите, он в руке вот так удобно держится. Раньше было. В старину курили небольшие. Сейчас. Вот. Ну, под визитки, я думаю, подойдет. Или еще. Может, кто-то какие-то папироски тоже маленькие будет искать. Да, есть небольшие вмятины, но ему все-таки возраст уже, как говорится, 100 лет в обед. Вот так вот. Спасибо за просмотр.